Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы с вами продолжаем играть в игрульку и выживать с Aftermath. Вот, в прошлой серии у нас с вами был метеоритный дождь. Вот, дерево технологии, что там? В долгосрочной перспективе без новых технологий колонии не обойтись. Откройте древо технологии, выберите свою первую разработку одной из пяти технологических веток. Мы, по-моему, выбрали след. Да? Центр торговли. Так, пища. Некоторые здания уже не нужны колонии. Например, стартовое хранилище сейчас наверняка опустело, и при наличии водонапорной башни она больше не нужна. Выберите его, откройте сведения о здании, нажмите на подсвеченную иконку «Уничтожить». Вы вернете себе часть использованных ресурсов, которые можно использовать дальше, разобрав склад. Вы не теряете его содержимое. Так, окей, понятно. Что у нас там? Центр торговли. Че все? Че стоишь-то? Стоит, ждет кого-то. Так, что там развлекается? Угу, понятно. Работать кто будет? А, блин. У меня же без этого, блин. Стоял 2 минуты и объяснял, блин. Урожай 35, выращивается 86%. Ой, так свалки с отходами. На лице планеты, пережившей апокалипсис, остались многочисленные шрамы. На свалках с ядовитыми отходами происходят непредсказуемые выбросы радиоактивных материалов, опасные для здоровья колонистов и состояния строений. Такого соседства лучше избегать. Со временем вы научитесь обезвреживать такие свалки и складировать ядовитые отходы подальше от колонии. Для этого нужно открыть технологии работы с отходами, ветки безопасности древа технологий. Вы сможете строить экологические станции, хранилища для ядерных отходов. Ну, по-моему, это мы увидели уже. Чё это заключил, чувак? Чё там строит? Ага, колодец. Чё за куртками побежал? Такс. Уже вечер, видимо. Так, все, кроме бетона. Бетон добывают. У этих по нулям. Да, я думаю, сюда на разведку сбегает еще тоже, посмотрит, что там. Так, что, где наша колония? Угу.
3000 металла. Так, воды у нас 15. Ну, в принципе, в палатке, он там же. Так, куртку кто-то взял там. Так, здесь что? Куда бежит? Медицинскую палатку, понятно. Ну, он плюсики лечится, что ли? Что за дерьмо? Ага, видимо, да. Секунду. Секунду. Так. Носится за куртками. Здесь что? 100%. Почти. Еды у нас 37, вода, электричество 0 пока. Есть же еще, вот еще есть. Блин, с могильником рядом. Такс. Не, ну ягоды нужны для такого рациона, как сказать. Что там готов, нет? Ага. Ёпа. Банда головорезов какая. Фига себе, какие-то крутые. Что вообще мощно уничтожить бандитский лагерь, чтобы открыть все регионы в этом секторе. Было бы чем уничтожать еще. Было бы неплохо. Сколько принес бетона?
По две штуки, что ли? Чё там? Инструментов. Так, надо сюда будет еще пойти посмотреть, что здесь. Через 6 бетона, видимо, носит пока. Собирает уже автоматом. Статус, что? Сбор. Ага. Так, секунду, извиняюсь. Чуть пацан, что ли? А девочка. Девочка у нас. Так. Как могу усеться поудобно? А что за туман? А, не, я же испугался. Ну, что туман бетон еще 3, но сейчас как раз бетон придет и можно будет строить. Непонятно, с кем сотрудничать в таком ключе. А с кем? Блин, усесть. Так, кресло старое уже скрипит. Очень профессионально, да? Что с ним делать? Ну-ка, ся. Так. Сбор. 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 Тухлые какие-то, так, пищи пришли. Вот, экологичу. Колонию, общественное жилье, образование. Бутылочный кактус.
Надо забрать. Так, а чё? Четыре, два, значит. Триста девяносто вообще шикарно. У нас еще 67 там есть. Так, кто придет к нам? Давай добавим. Вот. А, у нас торговая теперь от херня есть, к нам будет подъезжать, да? 6. Ну, нормально. 6 болтов. Так, эти собирают здесь. Так, поесть у нас вообще нормально. Дичь, все есть. Вяленое мясо, картошка, потребление, производство 80. Так. Я думал, сразу возьмет. Тут ягодки здесь таскают еще. Такс. Что там закончилось? Ну да, и столько там. Пластик.
Так, экстрактор пластика необходим. Там у нас еще 217. 150 сразу прибавили, что ли? Может, он есть. Нормально тогда. Утро, что ли? Наступило, да? Так, потихо мы будем. Что тут зарастает деревья, что ли, или было уже так? Все, скис опять. 167. Давайте работу с отходами исследовать. Попозже. Отстань. Лезет своим пользователем. А, вон там крестик. Не надо, блядь. Исчезнет. Потом. Потом, потом, да. Все потом. Так, что у нас там? Коммунальное жилье, лачуга. Так. Мы их ближе сюда, да? Так. Так, попробуем по переработке. Во-во-во. Нам такой херни не хватает. У нас есть пилорама где-нибудь, нет? Большой надежный склад, на котором может хранить много продуктов, предметов, технологических ресурсов. У нас он разве нет? Что такое крытый склад?
Так, как предложим строить. А где как производить? Опять сдался, блин. Так, что где? Триста девяносто девять, отлично. В принципе, больше эти специалисты, если подохнут, пусть только науку сюда там. Так, нам что надо? Ну, подохнут, я имею в виду, не напрасно. Производство есть переработка. Не хватает. Приеду, что ли, к нам в гости. Так, что там еще есть? Ну, сейчас пилорама закончит. Блин, а с чего эти, блин, делать?
центр торговли не хватает работников, направьте туда дополнительных колонистов, чтобы принять предложение. Вот и ночью. Что-то нам сегодня никто не пришел в гости. И доски. Переработка утиля колонии память. Что будем делать? Производство, так, переработка утиля. Аккумуляторная батарея, это не она. Так, а что нам, как строить? А, они их уже крепились. Видишь, действительно кладку кладут. Лестница внутри там. Аномальная жара. Влага вокруг поселения испаряется, колонисты начинают страдать от невыносимой жары. Чтобы избежать теплового удара и сохранить работоспособность, им нужно много пить. Растения засыхают и гибнут. Колонисты пьют вдвое больше обычного, страдают посевы на открытых полях. Чтобы выжить, стройте водонапорные башни. Запасайте пищу. Поговаривают, что видели зараженных районах оленя, а мне кажется, что брешут. Дети один, ну, принять. Разогнался. Набор для досуга. Так. Зачем я туда направил, блядь?
Понятно, как эти делают лампочки. Ну что, предлагаю на этом закончить. Думаю, да, продолжим в следующей серии. Ссылка на плейлист будет в описании. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Комментируйте, да, уже сказал. Да, всем большое спасибо и пока.